Всем привет! Сегодня я буду делать вот такой вот макияж. Сейчас покажу вам, как я его сделала. Я не наносила никакой отдельной базы, просто чуточку своего тонального крема нанесла на веко, совсем капельку. И обычным карандашом для глаз белого цвета, у меня это Риммель, делаю подложку такую под светлый цвет, чтобы он казался более ярким и насыщенным. Следующим этапом из моей любимой палетки Белл буду брать вот этот вот сатиновый цвет и наносить его под бровь и на внутренний уголок глаза поверх той подложки, которую я сделала из белого карандаша. Теперь я буду брать такого лимонно-лаймового цвета, оттенок оливка от Oriflame, вот такие вот тени. И той же кистью чуточку ее вытираю, чтобы получше набиралось, и прям вот стараюсь набрать на эту кисть и кладу на середину века. Тени довольно яркие и пигментированные, но довольно плохо ложатся на другие тени, поэтому придется немного поработать, приложить какие-то усилия, потратить побольше времени на то, чтобы положить цвет так, как нам этого хочется, и туда, куда нам это нужно. Я буду вот таким образом, вытираю свою кисть для теней такую пушистую и беру чуточку на кончик этой кисти этого цвета и растушевываю вверх, потому что если я не буду добавлять чуть-чуть этого цвета, то я просто сотру с этой вот границы все эти тени, поэтому мне необходимо добавлять все-таки еще немного цвета. Вроде бы хорошо. Теперь вытираю снова ту же самую кисть для теней, которую я наносила основные свои цвета. И беру все из той же палетки моей любимой от Белл. Беру самый темный вот этот вот оттенок. Аккуратненько. Он очень пигментированный, но при этом он очень хорошо растушевывается, правда. Аккуратненько на кончик кисти взяла и буду стараться, самое сложное это сделать симметрично, просто вот по внешней V, скажем так, прямо по направлению к кончику брови, так вот прокрашивать этим цветом. Теперь вытираю немного эту кисть и чуточку-чуточку двигаю этот цвет ей внутрь. Ну, примерно так, положила туда, куда хотела.
Беру опять кисть, которую я растушевываю, вот такую широкую плоскую кисть для теней, и чуточку-чуточку опять этого цвета прям каплю на кончик и пытаюсь сделать помягче вот эту границу, но не совсем стереть. Внутрь тоже растушевываю. Теперь беру тот же самый светлый цвет, который я наносила под бровь, беру его на вот эту широкую кисть и подправляю внешний край, делаю его более острым. Так вот. Те же самые тени темные наношу чуть-чуть на внешний уголок. Соединяю сверху. Теперь вытираю кисть, наношу наш оливковый или лимонно-лаймовый такой оттенок. Макияж глаз закончен. На щеках я использовала только бронзер, румяна не наносила. Такой вот немного сияющий бронзер, не с шиммером, а с таким легким сиянием. И для губ буду использовать вот такой вот блеск от Avon, глазовая Sparkle, в оттенке Mocha Latte. Он такой коричневый нюд, такой не очень светлый коричневый нюд. С легкими блестками, мне очень нравится цвет, такой очень нейтральный. И очень хорошо подходит по цвету к этому бронзеру, они практически одного такого коричневато-бронзового оттенка. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. Пока.